Накануне в Национальном музее Тувы состоялась церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации иностранными гражданами. Организаторами мероприятия совместно выступили отдел по вопросам миграции МВД по республике и агентство по делам национальности Тувы. В торжественной обстановке граждане Китая и Украины, проживающие в Туве и пожелавшие остаться здесь на постоянное место жительства, добровольно и осознанно принимая гражданство России, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Федерации на благо государства и общества, а также защищать свободу и независимость страны, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Напомню, что с 1 сентября 2017 года, согласно вступившим в силу изменениям в Федеральном законе о гражданстве Российской Федерации, приносить присягу на верность России обязаны все иностранцы, принимающие гражданство Российской Федерации.